Всех приветствую. Укротил сегодня свой измеритель. На торец приспособил такие вот мини-тиски. Сейчас хочу взять самый тяжелый эспандер, какой у меня есть. 350 на 86 килограмм. Хочу посмотреть, выдержит ли вообще эти тиски таких нагрузок. Попробую измерить. Показал 85,5. Значит, когда крепил тиски, от края отступил сантиметр. Толщина бруска у меня 47 миллиметров, ну, можно сказать, 50. Так, значит, дальше по замерам. Направляющие. 16,5 либо 165 миллиметров. Так, цепь от края до края 11 сантиметров. Здесь убрал этот посередине крюк, приспособил сегодня вот три звена от цепи. Звено у меня от края до края 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра. Так, тросик от края до середины болта 21,5 сантиметра. Так, что еще? От края весов до вот этой опоры 25 сантиметров. Значит, общая длина. Значит, если брусок 44,5. Общая длина у меня получилась 49 с небольшим, там 2 миллиметра. Так, что дальше? Дальше снимем. В дальнейшем надо будет мне срезать вот так вот угол. Сегодня нечем было. Сейчас покажу для чего. Значит, когда устанавливаешь эспандер, весы упираются в этот угол. Все, начали упираться. То есть сейчас у меня этот эспандер 65 миллиметров между ручками. Если будет 70 и выше, уже будет проблематично. Вот, а так как срежется, потом будет все окей. Так, значит, дальше что хотел сказать. А если для бубликов, то у меня есть вот такая старая планка. Ее можно приспособить вот сюда. Но для бубликов надо делать вот этот брусок длиннее. То есть один короче, 44,5. А этот получится брусок у нас, ну, 48-47,5. Просто вот здесь надо сделать такую вот выемку под эту планку. Сразу продумывать. Я бубликами не пользуюсь, мне это не надо. Поэтому сделал просто ровно. Ну, если даже и будет, надо будет измерить. То есть я тут что-то как-то наподобие вот так вот
приделаю, как бы измерю одноразово, ничего страшного. А так все довольно прочно, нормально держится, как бы все устроило. Все, всем пока.